И снова порадую любителей тушеного мяса и корейской кухни. Несколько простых шагов, и у вас на столе будет полный горшочек благоухающей вкусной говядины. Для приготовления говядины по-корейски порежьте кусочками мяса, лук, чеснок и морковь, сложите овощи и мясо в горшочек, залейте смесью специй, томатной пасты и соевого соуса, тушите в духовке 2 часа при 180 градусах, за 20 минут до готовности влейте в мясо смесь воды и крахмала, подавайте на стол горячим с рассыпчатым рисом, приятного аппетита! В конце видео мы расскажем, какие продукты потребуются. Порежьте на небольшие куски говядину, морковь, лук и чеснок, сложите их вместе в горшочек. Смешайте томатный сок, соевый соус, сахар, кунжутное масло и черный перец. Вылейте эту смесь на мясо в горшочек, разогрейте духовку до 180 градусов, закройте горшочек крышкой и поставьте на 2 часа в духовку. Крахмал хорошо размешайте с водой и добавьте в мясо за 20 минут до готовности. В качестве гарнира к мясу приготовьте рассыпчатый рис. Готовое блюдо можно украсить веточкой петрушки. Вкусняшки, подписавшимся. Подписавшись, не пропустите новые вкусняшки. Ингредиенты этого вкуснейшего блюда. Морковь 450 грамм, говядина 1 килограмм, чеснок 2 зубчика, стрелки зеленого лука 6 штук, томатный сок 0,5 стакана, соевый соус 0,25 стакана, сахар 3 столовые ложки, кунжутное масло 2 столовые ложки, черный молотый перец 1 щепотка, крахмал 2 чайных ложки, вода 2 столовые ложки, количество порций 5. Щелчок, клик, нажатие на лайк, это всего лишь секунда в твоей жизни и целый поток хорошего настроения и мотивации трудиться дальше для автора. Всем приятного аппетита, жду вас снова.